Начинаем. О, отлично, начинаем. Итак, море. В подарок. Море в подарок. Львенок проснулся от того, что ему в нос попала песчинка. Маущинка. Апчхи! Маущинка. Малыш недовольно поморщился. Было раннее утро, но воздух уже успел прогреться. «Просыпайся, Соня!» – послышался голос мамы львицы. «Пора идти к ручью!» Они ходили туда каждое утро, чтобы умыться и выпить прохладной воды. «Поторапливайся, а то придем последними!» – проурчала мама львица, проходя мимо и легонько проводя по спине львенка кисточкой своего хвоста. Львенку совсем не хотелось просыпаться, но еще меньше ему хотелось стоять в очереди. Поэтому он лениво потянулся, зевнул и побрел следом за мамой. Несмотря на то, что они прибыли к ручью одними из первых, пришлось немного подождать. «Таковы правила», — сказала мама львица и ласково потрепала сына по загривку. Львенок взглянул на чистую прохладную воду. «Мам, а можно я искупаюсь?» — спросил он. Он каждый день задавал этот вопрос и каждый раз получал один и тот же ответ. «Нет, малыш, воды не так много, и она нужна, чтобы все могли утолить жажду». Львенок грустно вздохнул. Впереди в очереди стояли две старые черепахи. Услышав о желании львенка, одна из них начала говорить. «Когда я была маленькой черепашкой, мы с родителями доползали до самого моря. Вот где можно было накупаться вдоволь». «Да», — подтвердила вторая черепаха. «Море – это прекрасно!» «Море? А что такое море?» – спросил львенок. Но тут подошла очередь, и львенок так и не услышал ответ на свой вопрос. После того, как они умылись, мама-львица поспешила на охоту, где собиралась встретиться с папой-львом. Он всегда вставал раньше всех и уходил осматривать территорию в поисках добычи. Обычно, пока родителей не было, львенок играл в тени большого раскидистого баобаба. Но сегодня малыш твердо решил выяснить, о чем же говорили старые черепахи. Он отправился в путь. Первым ему повстречался большой слон. Он лениво помахивал ушами, отгоняя от себя назойливых мошек. «Здравствуйте, дядюшка слон!» – обратился к нему львенок. «Вы самый большой и, наверное, знаете, что такое море». Слон посмотрел на львенка сверху вниз и кивнул. «Я знаю, что оно такое огромное, что может вместить в себя 1000 слонов и не выйти из берегов», — сказал он. «Но вода в нем такая соленая, что ее невозможно пить. Наверное, поэтому воды в море всегда так много». «Но я не хочу пить, я хочу купаться», — возразил львенок. «Скажите, а где это море?» «Попробуй спросить у зебры», — сказал слон. «Она скачет по всей округе и наверняка уже не раз бывала там». Львенок поблагодарил слона и поспешил к зебре. Она как раз закончила утреннюю пробежку и немного запыхалась. «Извините», — обратился к ней львенок, — «вы бываете далеко и видите так много. Вы не знаете, где я могу найти море?» Зебра рассмеялась, покачала головой, а потом сказала: «Прости, малыш, я бегаю так быстро, что не успеваю замечать ничего вокруг. Спроси лучше у жирафа. У него длинная шея, он видит то, что другим и не снилось». «Спасибо», — сказал львенок и побежал дальше. Жираф как раз срывал сочный листок,
С верхушки самой высокой акации. Львенок задрал голову и крикнул так громко, как только мог. «Уважаемый жираф! Вы самый высокий из всех, кого я знаю! Может быть, покажете мне, в какой стороне море?» «А где у нас море? Ты знаешь?» Жираф повернул голову налево, затем направо и стал медленно наклоняться вниз, пока его глаза не оказались на уровне глаз львенка. «Я видел его», — сказал жираф, — «но это так далеко, что тебе ни за что не добраться туда одному. Отправляйся-ка лучше к родителям, они уже ищут тебя». Львенок посмотрел на солнце. Оно начинало медленно ползти к горизонту. Наспех попрощавшись с жирафом, львенок галопом помчался к маме. «Где ты пропадал весь день?» – строго спросил папа лев. «Ты, наверное, голоден?» – мама-львица ласково лизнула малыша в нос. Львенок рассказал им о том, что ему удалось узнать о море, о том, какое оно большое, какая в нем соленая вода и о том, как оно далеко. «Не расстраивайся», — сказала мама-львица, — «завтра у тебя день рождения, и тебе принесут море подарков». «Но я не хочу море подарков», — вздохнул львенок. «Я хочу настоящее море». Когда он уснул, мама-львица подошла к папе-льву и прошептала ему что-то на ухо. Папа лев улыбнулся, кивнул, а затем аккуратно взял спящего львенка за загривок и осторожно положил к себе на спину. Всю ночь они шли через саванну. Утром львенок проснулся от того, что его нос щекотал свежий соленый воздух. Он медленно открыл один глаз, потом второй. Вода была повсюду, в тысячи раз сильнее, чем небо, и ее было в миллион раз больше, чем в ручье. Львенок вскочил на лапы и удивленно обернулся. «С днем рождения, дорогой!» — сказала мама-львица. А папа-лев подразнивающе зарычал и сделал прыжок вперед. «Ну, кто быстрее добежит до воды?» Львенок счастливо засмеялся, и они все вместе побежали купаться. Так львенок получил свой самый большой в мире подарок – море. А теперь...